дом-то был снесен не решением исполняющей обязанности начальника ЖК КС, а решением комиссии. То есть комиссия собралась. В этой комиссии присутствовал у нас по чрезвычайным ситуациям, да, который решил, причем решили снести дом, потому что он аварийный. И не потому, что он даже аварийный, а с точки зрения того, что там постоянно возникали пожары. Был вызов пожарной охраны, которая приезжала туда постоянно, они тушили пожар. Он представлял угрозу жизни и здоровья граждан. Причем в этом доме никто не проживал. А если бы он загорелся, то могли пострадать люди, дети. Хотя он был заколочен, но мы прекрасно понимаем, да, и вспоминаем себя. Нам же интересно все, что запретно. Если бы ребенок пострадал или что-то еще, кто-то отвечал бы за это. И, соответственно, было принято решение, я опять же повторяюсь, не исполняющим обязанности начальника ЖК КС. Это решение было принято комиссионно, и инициатором принятия этого решения было Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое приняло решение в ГУИЧС, чтобы данный дом снести.